Всем привет! С вами Сергей. Сегодня мы будем смотреть отель Somerset Pattaya, который расположился в самом центре Паттайи, рядом напротив Централ фестиваля. Почему хочу показать этот отель? Потому что здесь можно жить с животными. По крайней мере, так написано в букинге. Давайте же мы с вами посмотрим, правда ли это, с какими животными здесь можно жить, с маленькими, большими. Ну и в принципе все то, что нас интересует. Поехали! Слева от входа нас встречает такая милая беседка, фонтан. Достаточно высокое здание. Справа въезд. Вот вы въезжаете сюда. Достаточно шумно, но вы должны понимать, это вторая улица. Она всегда заполнена машинами. И, кстати, вот здесь тук-тук в сторону севера Паттайи ходит. И если вы дойдете до пляжа через вот этот комплекс, там вы можете поехать в сторону Жамтиена. То есть все достаточно близко. Смотрите, как он выглядит снаружи. Так, тут достаточно ветрено, прошу прощения. Я понимаю, что звук ужасный, когда идет ветер. Вот. Мы заходим. Ребят, вот мы смотрим лобби. Высокий потолок. Серо-черные оттенки, белый мрамор, вот здесь вот такой коридор, очень большой, туалеты различные, очень много их, такая инсталляция неплохая, ресепшн прямо по курсу, очень вежливый персонал, здесь, пожалуйста, можете выпить сок. Какой-то сиреневого цвета. Очень красивые украшения. Смотрите, какие красивые горшки или кашпо, как это правильно. И здесь тоже. Смотрим, какая мебель красивая, смотрите. Полы. Вообще супер. Давайте посмотрим туалет. Идеально все просто. Смотрите, как красиво. Все очень-очень чисто. Плюс. Мы вышли с вами на второй этаж. Упираемся сразу в детскую зону. И идем смотреть тренажерный зал. Так, ну здесь все есть. Красивая, шкафчики, что-то я не вижу штанги, ну как-то так. Направляемся с вами дальше. Ребята, вот видите, информация в лифте. На втором этаже общей зоны запрещено с собаками, бассейн тоже запрещено с собаками выходить. Так, идемте налево. Выходим в сторону бассейна. Ребят, мы пришли с вами в бассейн. Смотрите, какой вид. Как вам? Зачет. Вот сейчас меня поправили, что отель на данном моменте 4 звезды считается. Так, вот смотрите. Идеальная вода, чистая. Лежаки. Пойдем с вами дальше, посмотрим, что тут есть. Очень классно. Что же тут наверху? Поднимаемся еще на один ярус выше. Здесь фонтан, детская история. Посмотрите, как тут классно. Можете прийти здесь лечь, отдохнуть от суеты. Вы знаете, пока что мне все нравится. Очень симпатично. Давайте посмотрим, что здесь есть еще.
Так, нам дали номер для просмотра. Давайте посмотрим подробно, что здесь есть. Шкаф. Вы тут все можете положить. Фен. Тапочки, халаты, сейф. Все стандартно, хорошо. Очень чисто при входе. Так, все тоже это бесплатно. Заходим в номер. Высокие потолки, очень. Номер метров 18. Смотрите, как все тут дизайнерски сделано. Очень-очень красиво. 2 метра кровать в ширину. Пожалуйста, здесь. Такой торшер симпатичный. И вот эти вот украшения. Столик. Ну, прям все отлично. Так, давайте посмотрим вид, который здесь открывается. Вид на город. Улица. Так, сейчас мы с вами закроем, проверим шумоизоляцию. Вполне. Шумоизоляция вполне нормальная. Смотрим. Это санузел у нас. Давайте туда зайдем, посмотрим. Смотрите, какие полы красивые. Вот просто супер дизайн. Мне очень нравится. Так, собственная косметика. Это уже радует. Смотрите. На колокат похоже. Вот огромная душевая кабина. Все очень чисто. Туалет. Холодильник также есть здесь. Вот смотрите, уважаемые подписчики, зрители, такой номер на июнь 2023 года стоит в этом отеле $150 США без завтрака за двоих людей. Плюс за собаку вы должны или за кошку заплатить еще $30 в плюс. То есть итого $180. Плюс вы должны еще внести депозит в размере $100, который вам вернут, естественно, если ваш питомец здесь ничего не разнесет. То есть вот смотрите, вот этот номер $180 без завтрака на двоих, включая собаку, либо кошку. Так, по размерам кошки, либо собаки. В общем, собака максимально, мне сказали, 15 килограмм, ну как желательно. То есть вот смотрите, чтобы ваш питомец весил не больше 15 килограмм. Давайте мы посмотрим с вами дальше. Знаете, да, этот отель стоит этих денег. В принципе, вот 150, потому что это центр города, это самый центр. Тут он не может меньше стоить никак. Посмотрите, какая красивая козетка или что это, такой диван, что ли, огромный. Даже не знаю, как правильно назвать. Все очень-очень дорого выглядит, реально. Прямо вообще супер. Люстра, смотрите, какая. К большому сожалению, в Паттайе очень мало отелей, которые предлагают опцию с животными. Практически нет. Это либо отели очень плохого качества, низкого, которые принимают, в принципе, неважно, с кем вы приедете, хоть со слоном, лишь бы вы заплатили эти, там, грубо говоря, $15-20. Но там я вам не рекомендую жить, это небезопасно и нехорошо. Давайте мы еще посмотрим один отель, он будет у нас в следующем ролике. Он будет попроще намного, конечно, этого, но, в принципе, как вариант, тоже можно его посмотреть. В продолжении тем отелей с животными хочу вам показать отель Оквуд. Паттайя, он расположен прямо недалеко от второй дороги. Вот вторая дорога здесь, Second Road, и вот это вот здание Авеню. Можете посмотреть на Google Maps, вы проходите со второй улицы, выходите из тук-тука, идете вот через этот торговый центр, и вот такой вот отель, так он выглядит. Сейчас мы с вами подробнее посмотрим,
вы сделаете вывод, стоит ли вам здесь останавливаться. Но я, например, знаю, что здесь точно можно даже с овчарками останавливаться, с хаски, то есть вот со всеми такими крупными породами собак. Я их лично здесь видел, потому что как-то я здесь жил 4 дня, и я видел лично этих собак. То есть со второй улицы где-то минут 5-7, и вы вот пришли в этот отель. Вот так он выглядит. Видите, да, он очень простой. Вот такой вот. Давайте же посмотрим, что у нас есть внутри, какие условия, какие цены. Поехали. Давайте я вам покажу лобби. Вот стойка регистрации. Мы с вами зашли. Вот здесь можете подождать такси, свою регистрацию, например. Смотрите, какие тут симпатичные подушки. Вот это вообще хорошенький. Так, мы приехали с вами чуть-чуть повыше, посмотрим тренажерный зал. Гантели есть, уже плюс. Привет. Штанги нет. Так, что это у нас? А, ну тут детская комната. Ну, кстати, тоже плюс. Что у нас тут? А, тут санузел. Вот такой вот. Неплохо. Опять-таки скажу, ценовая политика нормальная, вроде более-менее, потому что это центр города. Для центра города это нормально. Итак, мы с вами поднялись на 8 этаж. Здесь на крыше расположен бассейн. Очень, кстати, приятный. Там комната для завтраков. Давайте посмотрим, какая тут вода. Да, все чисто. Вода чистая. Грязи на территории тоже никакой нет. А, красота. Вот прямо в самом-самом центре Паттайи мы находимся. Здесь более глубокое место. Идем с вами дальше. Итак, нам дали номер для просмотра. Номер небольшой. Все чисто. Здесь, я так понял, как будто бы линолеум какой-то. Непонятно. Невысокие потолки. Комнатка небольшая. Ну, старенькое все, конечно. Тут. Давайте посмотрим, какой у нас тут вид. Так, вот выходим на балкон. Здесь раковина. Не знаю для чего, наверное, искупать кошку. Такой вид напротив здания. Не очень. Смотрим дальше. Шумоизоляция, кстати, нормальная. Не очень все слышно. Ребят, смотрите, вот такой вот номер стоит $35 в день, включая завтрак за двоих людей. Так, теперь предоплату за животное. Смотрите, за вашего питомца при въезде берут один раз 500 бат. То есть это где-то $18. Не в день, а заметьте, за один раз. Мне сейчас предложили снять этот номер. Конечно же дешевле, потому что сейчас июнь. Мне предложили его снять ровно за $30. И собаку, пожалуйста, ввозите бесплатно. То есть вот... $18 вы сэкономите. Разницу с предыдущим отелем вы видели. Тут нет слов, как бы, ну, это уже каждому по карману все. Вот такой санузел. Темно, но попытаемся все снять. В принципе, за эти деньги, я думаю, что вполне, вполне, потому что все остальное, то, что я смотрел, где можно с животными, я даже не хочу снимать, потому что там за такие же деньги, ну, просто ужас. Поэтому запомните вот этот номер, этот отель. Мы идем дальше. Спасибо отелю Oakwood. Все посмотрели. Персонал очень дружелюбный. Сравнивайте оба отеля. Пишите комментарии, какой отель вам понравился больше.
вообще все описывайте, нравится вам, не нравится. Мне очень интересна ваша обратная связь. Конечно, ставьте лайк, подписывайтесь. Всегда буду это напоминать, потому что мой канал новый, и мне очень-очень важна ваша поддержка. Поэтому всегда жду от вас лайков и подписок. Удачи!